Мы, соседи, поздравляем вас с рождением нового гражданина СССР и всем миром решили назвать его Олегом. Когда узнали, что я сына назвала Володей, очень расстроились. И долго Володю никак не называли. Но вскоре все привыкли, смирились с именем Вова, Вовочка, Володя, Владыка мира. Но, наверное, они есть в моих песнях. Если покопаться и прислушаться, вы их найдете. Но уж если хотите конкретно, то кое-что из того, что я не люблю, отрицательную, что ли, сторону, я вам сейчас и покажу. Так и называется песня. Я не люблю. Я не люблю фатального исхода от жизни. Никогда не устаю. Мой мудрому вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Высоцкий, это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое? Высоцкий больше не учится в нашем классе. Ну и ладно! Не более-то и хотелось счастливо оставаться. Ма. Володя собрал все свои книги, все свои тетради, перешел в другой класс и попросил учительницу. Час зачатия нет. Значит, память моя от того-то. Но зачем я был ночью порочно и явился на свет не до срока? Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. А теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разберись, а? У него-то твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота внутри. Но когда мне так уж точно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят. И я прошу, чтоб Лёшка расстегнул рубаху, и гляжу часами на тебя. Она создание, так сказать, и просветление. Не запирайте, люди плачут. Автобусы не ходят. Метро закрыто. Такси не сходят. Согласен. Танец. Удивительно, но помню все до мельчайших подробностей. Как мы зашли в вагон, как сели, как я спросил у отца: здесь мы поедем, а мне говорят: Вовочка, пойдем выйдем на перрон, погуляем, поезда посмотрим, там красиво. Вышли, я обернулся, а отец мне уже машет. Только чувствую, словно большой радостью и даже гордостью. Никто и не думал, что из этого получится дальше. Но получилось так, что кто-то услышал, захотел переписать. И пошло, и поехало. Лиса, Лиса, ты куда? Ну что ты? Все, стой. Назад, ты что? Началось такое, скажем так, триумфальное шествие этих пленок по всей стране. Чего не скажешь о кино. Всего 28 ролей. С кино, честно говоря, поначалу не везу. Вот почему не имется мне нахальнее. Условия, в общем, нормальные. Никто